Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. IKEA продает свою фабрику в Кировской области. Компания начинает поиск новых владельцев для всех 4 своих фабрик, расположенных в нашей стране. В Ленинградской, Кировской, Московской и Новгородской областях. В нашем регионе предприятие находится, напомню, в поселке Красная Поляна Ветскополянского района. Решение сократить масштаб бизнеса в России компания приняла из-за ухудшения ситуации с цепочками поставок и бизнес-процессами, пишет Интерфакс со ссылкой на сообщение компании. В таких условиях, как отмечает IKEA, компания не может возобновить продажи. Остановили их в нашей стране, напомню, с 4 марта. Причем как в обычных магазинах, так и онлайн. Приостановлена была и работа фабрик. Торговые центры «Мега» работу продолжат. В областном правительстве прокомментировали эту новость. Там отметили, что по решению собственника до 31 августа весь коллектив продолжит получать зарплату в полном объеме. Если новый собственник примет решение об изменении вида деятельности предприятия и о сокращении кадров, будет сделано все возможное, чтобы помочь работникам в трудоустройстве, заявил в РИО губернатора Александр Соколов. Программа «Экономика». В Кирове осудили директора компании за растрату 2,5 миллионов. Как рассказали в областной прокуратуре, теперь уже бывший гендиректор одной из коммерческих организаций выдал подконтрольной компании 3 беспроцентных займа на 100 и 250 тысяч, а также на 2 миллиона 200 тысяч рублей. Деньги в организацию не вернулись. В итоге ей и ее учредителю был причинен материальный ущерб. Мужчину приговорили к 2 годам лишения свободы, но, учитывая смягчающие обстоятельства и частичное возмещение ущерба, суд счел возможным заменить наказание на условное с испытательным сроком в 1 год. Экономика на 101 FM. Налоговая предлагает кировчанам следить за долгами через СМС и e-mail. Для этого нужно направить согласие на информирование о наличии задолженности, отмечают в ФНС. Согласие можно подать из личного кабинета налогоплательщика, принести в налоговую инспекцию, направить по почте заказным письмом или по электронной почте. Рассылка сообщений происходит не чаще раза в квартал. Налогоплательщик может в любой момент отказаться от нее, направив заявление. Все подробности можно узнать на сайте ФНС России во вкладке «Информирование о задолженности». Экономика. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 56 рублей 66 копеек, евро 59 и 12. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.